И посох тоже. Я его видел. Саша, я тебе там лидера отдал, срез команды. Давай. Давайте. Ты в смысле сам ушел? Да, ну я уступлю, что. И мне бы желательно, конечно, на ОС залететь как-нибудь. Может, там кто-нибудь уступит. Так, кто подожди, кто шмот у нас будет, алло? Это, за место меня в ОС зайдешь. Саня, дай мне этого, на Дурида роль, чтобы я, короче, ИПГ помню, давай. И БГП лут там всю хуйню. Так, тебе лутера в смысле дать, да? Да не, ну... Нет, ты же он будет же давать ИПГП, чё? Ну всё, тогда давай, сейчас добыча распределяет. И держи... А, нет, это в другую. Вот тут. На. Огонь. Так, еще раз, кто у нас? Вот этот чувак, Карам. Вроде как, да. На тебе. Сейчас морали у нас нету, да? Финли, я тебе дал там роль. Здесь. Ты слышишь? Подожди, стой. Ты мне на Дрид еще дай в гильдии роль, потому что я в ЕПГП типа не могу. А, вот в чем проблема, понял. Да. Так, ну вроде метки расставил, все, в принципе, готовы. А мне ты банкира дал на этого, да? Буду банкиром. Так, кого? Ну ты мне на среза банкира дал. Ну, вот. Да, нет, на шамана. Я попросил тебя на шамане дать мне эту роль, а ты мне банкира дал. Промахнулся, значит. Давайте это, ребята, инту накинем, баночки пробьем все, да? Так, смотрим. Все, все рейдовые бафы есть. Я делаю РЧ, проверяйте свои бафы. Дайте столик маги. Я дам вам шанс. Фласки пропейте все. Я не буду, я не сел в прошлый раз. По мане. Так. Все, готово. Вдох, пуляй. Карам лови сразу. На пул в МТ сдайте. На пул. Давайте. Погнали. Скрам. С этого квадрат. Что это было? Не понял. Дыхание чар. А он взлетел, он не должен был давать дыхание. Ну да, по идее. Ну спадай ты сразу. Падаем, значит. Че за хуйня? Поверни к нам, рейд. Обожаю Сирус и все дела. Чисто взлетел, дыхание дал. Пацанчик шарит, как в PvP играть. Встаем, резаемся, бафаемся. Никому, кроме синих драконов, не позволено находиться здесь. Посмотрим.
Так. Готовность. Все, молодцы, док запускай. На рыбу не садитесь еще, когда едите. Ее разбейте просто сейчас, полетит, а потом две свиньи, ну все. Блять, там прохитки. Разбивайте, а ты дышишь. Так, ДК Финли. Умеешь серки водить? Да ты не умеешь. Здесь не водил дальше. Понял, да, я сам был. Я могу разобрать. Потом, если что, на следующем так, трое объясню. Я, короче, забираю, жду вторую. Если... Не трогайте, не то спер. А, нормально. Он сферу скалал. Он скалал. Кто-то ее, блядь, кто-то в нее ебанул. Так, не надо вот эти вот сводения, вот реально. Так вот бить думаю, сейчас будем, блядь, тысячу лет. Ну 5 бэров есть? Да все, ложиться надо, не надо никаких 5 бэров. Да, ложимся, ложимся. К слову о друидах, да? Малыш без тыш, тебе чё хиля? Ты не видишь свою пати? В сову спекнешься. Почему? Все вижу, все нормально. Ну и какое по счету твоя пати, скажи мне, пожалуйста. Хилы обычно в пятой, твоя пати третья. Не заметил, что ли? Заметил. Так, давайте, подожди, вот ДК Финли, короче, смотри, что делаешь, что тебе надо будет сделать. А, первую сферу мы лопаем, мы не убьем. Остальные две сферы нужно две свести. Как ты должен работать? Ты вот она выходит, да, первая, ты ее таунтишь на себя, по ней кову спамишь и грипаешь. Ждешь вторую сферу, короче. Сможешь сделать? То есть ты ее ко второй сферке, типа, ждешь, подводишь ко второй сферке, мы две лопаем и даем геру, дамажим босса. Да, я понимаю. Суманите, да, пожалуйста, я короче, спек дел. Потому что у нас ханта нету и, короче, блада, чтоб 10% АП дать. Как ханта нету, Вильзевулу. Вильзевулу, сурк, на. Он сурк. Да. Я просто его шанта ебанул, смотрю, и сил атаки нихуя нету. Меня в сове идти или в дереве? Ты в какой пати? Сфера мне куда вести? Я в третьей пати, малыш без тышки. Сове, я же тебе сказал. Запомни. Да, меня надо сумануть, надо. Хорошо, давай. Да дайте ему портал, не трать камень. Да пусть тратит. Вот прям беда. Смотри, ДКшник, то есть, вот мы бьем босса, допустим, сфера с квадрата, да, появилась, ты ее просто на себя агришь, таунтишь, оковы в нее спамишь, если она подходит к боссу, ты ее грипаешь к себе. И все, и так по кругу водишь, ждешь вторую. Видишь, допустим, вторая там вот в луне, да, появилась, ты ее, ну, в луну тянешь, короче, гриппами, там, уковами, таунтами. То есть, я помогу еще. Я понял. То есть, мы должны две сделать, свести, разбить их и герой, да. Я попробую так сделать, если не получится, значит, будем по-тупому делать.
Я надеюсь, у вас все получится, Румяна. Дайте кулак по ДК. Малыш Бестыш, ты загрузился? Иди рыбку поешь пока. Так, пока он есть, давайте прочекайте баф. Все готовы, пуля, док. Мне нужно разбить. Когда дальше сейчас на подлетит, разбейте мне. Домашний. К кресту просто ближе подойдите. Косты дракона абсолютно всякие. Бейте, 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 бейте. Чё так мало дэмэджа, бля? Он схавал. Охуеть, бля. Красавцы. ДК, сейчас жди сверху. Уже можешь уходить на позицию. Смотри, где он появился. Она появилась в жизни. Смоги БР. Так. Давай, Инчайн, ты реби БР. Здесь кра, чё я её не вижу? Ну вон она вылетела. Ты не видишь её? Она же вылетела. С луны. Ну с луны. А, вижу. Ну где-то, я тебя не вижу. А, Акова ей, да, Акова? Всё, кайте. Сейчас она себе ближе полетит, гриппа её к себе. Вторую жди, вторую. А вторая, к черепу подводи, подводи к черепу. Давай, короче, иди к черепу. Иди, иди к черепу. Я сейчас эту подведу. Рейд сюда перетягивайтесь к нам. Между черепом и луной. А, давай сюда. А, блин. Все, разбивайте их. Рейд подняли? Да ну вы еб, блять, охуеть! Подожди, грибнули что ли? Все, все понятно. Танк умер. Все, Геру. Танк умер, все. Блять, вы как будто нахуй первый раз, я не понимаю, блять. Ну, как будто люди первый раз, блять. Сферы надо, блять, кай, ну типа замедлять, контрольных кидать, блять. Сфера после летит босса, блять. Я не могу дойти, что я милик, не могу ее стан дать, блядь. Что я милик. Никто из РДДшников не мог ей ничего дать. Она просто влетела в босса. Ну, блять. Видите, она еще очень, очень далеко от босса начинает им поглощаться. То есть. Очень за 20 метров где-то. Да не, ну там, блядь, она вылетела еще, ну, типа, нормально, там РНЖ нормально было. Что проблема просто не делать вот эту херню? Я не знаю. Ну, по-красивому же надо сделать. Я да сейчас делал. Нормально сделаю. Ну, смотрите. Танк как-то умер, что случилось? Просто... Линкани информацию смерти, что-то я не понял, как тебя... Кто, Крамб, да? Крамб, у него дыхание. Кас не сбили, наверное. Да, дыхание. А, блин, ребят. Косты сбивайте, вот это вот, в смысле, то, что надо вот делать 100%, тут может шотнуть любого танка вообще, даже медведя заряженного в здоровье.
Карам, ты сам как бы щит себе выстави. И не это. Я вот, например, на протваре вообще не проблема. Но я понимаю, что босса выводил. Ты ждешь, когда выводишь босса, ты ждешь, пока каст пройдет. Следующий каст, после того, как ты его кикнешь, будет через 20 секунд. Тебе хоть этот, хоть забегайся. Очки. Стоит, я поставил. А, блин, стоп, это у меня не та этот. Вот. Что, разобрались, все? Давай, Серчи, погнали. Хорошо, делайте, как делали, только это. Если только... видите, что сфера влетает, вы ее начните там на себя забирать. Так, в этом урофл, блядь, она просто успела долететь, потому что на ней ни оков, ни хуя не было, блядь. Ну, как бы, вот, у нас 3ДК, да, в рейде? Давай, только, блядь, все готовы. Локу каски нет. Локу каску. Телдрин, ты каски даешь? А чё да, там, ну, пацаны? Босс дал, я дал. А кто каски дает у нас? Бону. Бону. Локу каску. Отдал, отдал. Чё у вас с боссом, блядь? Берть. Ну, сорвал. Где они? С креста. Там надо разбить будет. Бейте, бейте, бейте с системы. И вставайте до мышки. ДК уже сейчас, если видишь вторую, может появится. Луна. Там клип и ковы сразу же ковы давай. О, давай к черепу подводи, аккуратно подводи. Грипы. Только кулак. Грипа сферу, грипа, блядь. Она не должна прям дойти до босса. Там вот тоже у него спам, ковы новые обновляют. Можете помочь другие ДКшники, если видите, что она подходит. Еще сюда ее сейчас под грип. Все ближе к черепу подходите, сейчас будем тут глядеть. Сейчас опять я скрою сест. Грипните ДКшники из круг. Грипните в рейд из круг, блядь. Сука. Каст, все в сферу, блядь, геру нажимай и, блядь, каст босса сбивайте. Массакру можно дать, если есть у паладина по хопалу с баблом. Малыш без тыш, БР нечаян. Я ВНС и БР. Я уже БРил. Космополит. БР нечаян. Все, геру там ебашь. По максимуму хп сосить. Ну, стойте, никуда не разбегайтесь, блядь. Прям отсюда дымашь с этой бичей искры. ВВшник. Ауе забывайте просто. Просто уедем.
мелите на тайлик, на тарелку. Рано еще бежать. Да пора бы уж. Еще одна будет. А, в смысле перебегать? Сейчас в этот перебегаем. Вот сейчас перебегаем. Готовьтесь. Сакру дайте, если есть. Где еще пришли? Че, внизу кто-то на диске ездит или что? Если внизу. Родина. Винесси ману залейте. Дал гимн. Давай, Винесса, свой гимн на хп, давай. Транквилы там, что хотите делать. Так, Макс, у тебя еще есть один БР, дай по Алисе. Я уже давал, Винесса. Ну ладно, все тогда. Ну тут три тарелки и все, блядь. И пазл на дракончик. Все будем летать за печ... за квадратик. Кто хили, скажи лучше. Какая... какой патик тут? Так. Давай, ты в первый. Док. Не-не-не-не-не. Я не буду летать за квадратик. Господи. И так выдить хуёво будет, когда я буду хилить. Так, ладно, я свою похилю. Войд, ты умеешь хилить? Конечно. Отлично, Войд, хилишь, видимо, четвертую у нас. Все и третью будет. Тоже похилишь. Бонун, ты умеешь хилить на драконе? Полетели все в квадрат, и просто одной пачкой плотненькой летаем. Плотная пачка. Что там еще у нас из хилов было? Винесса, тоже похилишь первую группу. Понятно. Хорошо прожался, братан. Убили? Перелетели. Просто твой хилов сразу отлетело. Тупо с пула. Когда Малигус уставился на вас, через секунду нажимаете щит. Прилетели. Щит на цифру 5. Можете все в квадрат. Дорогого, в квадрат влетите все. Ну там ни вверх, ни вниз, блядь, а точно залетите, чтобы, ну, видно было, блядь, нормальную пачку. И стаки желательно не проявляют, ребят. Я вижу, там проявляются. Прилетели. Не прожались тоже. Просто не проебать стаки, босс умрёт. Тут, блядь, Каурида лежит. Да бьем, просто так не проявить. Прилетели. Да вы че угораете? Че так трудно увидеть надпись прилетели. Прямо по центру экрана? ДБМ орет. Так он по несколько раз подряд берет одну и ту же цель. Людей мало, он один. Ну че, стаки что ли сложно держать, блядь? Всего лишь-то в запасе надо, и все. Да там какая разница? 10 тел. Ты только разряжаешься. Стаки держите просто, блядь. Даже только разрядившись, вы успеваете стакнуть один раз, когда видите эту надпись. Одного раза достаточно, чтобы не отлететь, если вовремя нажать.
Перелетели. Нужно жать пятерку, если кто не понял. Перелетели. Побыстрее реагируйте. Минута до берсы, бля, мы нихуя не успеваем, походу. Перелетели. Дымашьте, 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 дымашьте. Давайте, давайте. Мы должны, по идее, тютелька, прилетели. Тютелька, тютелька должны успеть. Сейчас внимательно, только не умрите, блядь. Шо вас нахуй? Просто прожимайтесь, блядь. А, берса уже, да, блядь? Ну, начинаю дамажить, все равно бессмысленно. Здесь уже не прожмешься. Ну ладно, пожалуйста. 4%. Так, сейчас посмотрим, кто там, кто дох вообще, блядь, я чего нахуй дох. Еще раз объясните, пожалуйста, что на дракона делать. Серьезно. Дох. Ладно, вау. Сейчас объясняю. Когда... вы бьете, вам нужно нажать 1, 1, 1, 2. То есть 3 стака разряжаешь двойкой. Если ты видишь, что у тебя этот, спадают стаки, ты можешь на двух разах разрядиться без проблем, потом успеть нагнать. Если видишь надпись по центру экрана «Малегас уставился на вас», то ты через секунду после того, как эта надпись появилась, на тебя начинает кастоваться луч, прилив сил. Ты дожимаешь щит, который у тебя на пятерку. Он съест все твои стаки, но зато ты не умрешь. ДБМ начинает орать, как только в тебя щит, луч, в смысле, прилетает. В это время твоя рука уже должна быть на пятерке и сжать ее судорожно. Вот так вот не умирают здесь. Остальное все, в принципе, прохиливает хилы. Если ты хил, то ты просто настакиваешь троечкой хилку. Потом разряжаешь ее четверкой. Это массовая хилка. Настакиваешь ее на своих саппортийцах, которые летают на драконах. Типа, все то же самое. Эти хилки, которые ты троечкой настакиваешь, это стаки. Если дракон уставился на вас, вы, блин, нажимаете также щит. Еще раз хилят. Срез, Алиса, Бону. Что у нас еще умеет хорошо хилить? Поднимите руки. А что, Винесса с Моги не умеет? Или что? Хз. Да просто обычно каждый свою пати хилит так, чтобы было. Но я уже тут, походу, этот... Я через воду любого... Бона хилит 3-4. Ты навел на рейд, нажимаешь 3-3-3. А потом разряжаешься четверкой. Что у вас там, освоение ока, да? Ага. Нормально. Так. Док, ты хилить умеешь? Похилишь свою группу. Все, 4 хила хватит. Винесса тоже подхиливает тогда. В принципе. Давай тут еще один трай сделаем, а то опять в Накс не успеем. Мы траем пока не закроем. Что значит один трай? Это... Все люди не понимают. Ну, а какой смысл Накс этим людям, если я не понимаю?
Давайте, давайте, малыш бесстыж. Один из самых легких рейдов, типа, хуй. Так, догу, кулак и погнали. Только не срывай, блядь, дог сейчас. Давай, запускай. Что, сорвешь, блядь, по пизде пойдем. На пол и в танк и погнали. Ну, она поближе подлетит, и разбить, чтобы он особо не будет, когда дождь стоит. Искры сразу разбивайте. В прошлый раз у вас тоже нихера не вышло, эта херня. Потому что, блядь, я поймать не могу. Ну, я на медведе, блядь, не могу вверх, блядь, грибнуть. Ну, все, значит, не надо. Три ДКшника в рейде, не один, блядь, не способен грибнуть, я в ахуе. Не, блин, грибнул в босса сейчас вообще, допросишься. Женек может. Так, я не вижу. Ты. А, ДК видишь? Вон он. Слоны. Окей. Бей, короче, надо ее. Просто бей, разбиваем. РДДшники можете перебежать сюда ближе к луне. Бьем ее, короче. И следующую разбиваем. И под них держит следующую. Просто бей. Вот, с черепа. Ближе к черепу. Как рядом этой, же... Да сейчас эту подтянем. Да просто подтянем это. Она видишь, как летит, по ебанутому летит. Прибегайте сюда все. Вот я сюда иду. Грипни в эту ее. Грипни просто туда к ней. Грипай, грипай, грипай сюда, грипай. Еще, еще один ДКшник грипни. Прям сюда грипни ее. Женек, давай. Все, бейте, Геру, жмите, хуярь. Аллилуйя. Получилось, охуеть. Давай. Как только я сказал не надо, сразу сделали. Просто домашний. Еще одна, да? Да не надо, она же перевод. Да. Все, сейчас рейд подняли, держим. Гимны по этому, по команде. Абдоты эти, абдоты ему по максимуму. Капу Брослава тебе, на. Целых 4000, я нормально так. Хилы могут переместиться. А у Ешка быстро залейте, быстренько, пока она остается. Все, вот, это закончилось. Искра. Ставлю тотем, гимноман Венес. ДК уже. Так, сейчас гимн на ХП сдаем. Агонист Венес. Транквил на следующий будем сдавать. Все друиды сразу. Каждый пати по друиду. Да, да, да. Так что как раз не отлетим. Женек, ты там отсукали, че? Жнёк, ты живой? В новую перебегите, он больше окуп. Сейчас, наверное, ещё окуп. Если сразу перебегите, то... В этот раз очень хорошо, да. Потому что мы...
под эти, под сферы. Так, стоим здесь. Транквилу, давайте. Транквилы, спокойствие все. Телдрин, красавчик. Так, давайте две вот эти доигрывайте, по фасту быстрее доигрывайте. Потом тут дыхание успеет. Алиса, а, кто-то уже был. Молодец, ничего. Сейчас, короче, летаем за квадратом, блядь, и когда вас, именно когда вас босс смотрит, то есть не в кого-то другого, а именно в вас. То есть 2 кп достаточно, чтобы вы выжили. И нажимайте только, когда он начинает кастить, а не когда он только набирает, типа, ну, там видно, когда он, типа, ну, сколько каст длится. То есть под конец каста нажимаете, и вы сдохнете 100%. 2 кп минимум. Ну, 2-3. 2 кп можно выжить. Все, под ебало подлетели и дымали. Квадратик слетелись. Квадратик. Вы как бы смотрите тоже, у него, когда он, ну, эту шарик будет кидать, у него он в пасти начинает, ну, типа, гореть этот шарик электрический, когда он будет его кидать. Вот видите, он сейчас загорелся. После каста он должен, по идее, кинуть. Смотрим внимательно, он будто отлетает. Сейчас смотрим. Что, он кинет? О, кинул, видите? Отлетает. Каким там приколом. Кто-то там решил постоять. Отлетели. Димон. Отлетели, ой, в смысле, Димон. Женек, он. Женек. Всем привет. Вот. Где лишки? Вернулся? Наконец-то, блин. Отлетели, отлетели. Я чуть проебался. Чуть-чуть проебался. Посмотрелся в сторону. Куда ты все время ты отъезжаешь? Ты уже установи свои эти. Да у меня камера приближена. Отлетели. Мне кажется, что она, блядь, во мне. Так, три... ну мы успеваем, по идее, если никто не сдохнет. Сейчас все нормально. Что-то он нечаянно хейтит, пиздец. Отлетели. Опять нечаянно. Я ДБМ сирусовский скачал, а то умер в прошлый раз от взгляда. Отлетели, отлетели. Во время пула это не обязательно говорить на будущее. Лишняя инфу вообще при себе стоит. Это ГП будет, короче. Сейчас там Макса средоточен. Просто любит, любит, как он не стреляет. Отлетели, отлетели. Так, ты на мне лутер? Сейчас никто к боссу не подлетает, все составы летают. Так, сердечко, 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 блядь. А как мне... блядь. Вот. Ой, вот он, сердечко. Сердечко полутер, потому что оно сразу пропадет. Да сука, не ПГП ебучая, блядь. Все, полутер. Молодец. Так. Блять, подожди, злочеченец. Так, бесплатно. Ну вот, сука, я же сказал, отлетите, блять. Ну, сука, вы... Отлетите, отлетите, все на выход, все. Полутали ОД, полетели выход. Вы, сука, своими дракончиками загружаете, я не могу кликнуть. Потому что он сейчас пропадет, блять, и вы можете без шмота остаться. Потом будете, сука, плакать. Где мой шмот, блядь?
своим людям и отдать. Все разрушено. Будущее несет вам новые испытания, и вы должны быть готовы. Женек ГЦ. Ничего себе, это я просто этим баром не пошел, поэтому срослось. Так, всё, в ОС все, летим быстренько. Дайте пойти, пожалуйста, вместо Телдрина, что ли он готов слепить. Так, я на приста сейчас залечу, шмот разролли на приста. Лови, Санёк. И пристом пойду дальше. Так, блядь, это же пояс. Ты отклонил, Санёк. Ой, еще раз. Пояс. Да ну нахуй, они упали впервые за все нахуй время гильдии. Я их ни разу не видел, эти ботинки. РПБшные которые, да? Да, ни разу их не было. Сколько в гильдии? 3 месяца. Примерно. Я с основания ее. Вот их ни разу не было. 4 месяца. Это бистовые вообще на ДК нахуй. Ну, малыш, бесстыж. Хила пойдешь вместо смоги. А чё, Телдрин, ну-ка вернись. Кинем пати обратно, дайте, наверное, сначала не добирайте меня, дайте ИП всем за один минут. Уже кто-то смоги взял. Ну, смоги накинете там это кто-нибудь. Смоги. Сколько, подожди, сколько мы за око даем? 200. Смоги, если слот есть в ОС, я тоже схожу. Телдрин уже в группе. На тебе лидера, Санёк. Кто там шипит-то, блядь, так-то? А есть у кого-нибудь это, один слиток кобальта или два, мне, чтобы боты зачарить? Я в долнаре. С собой нет. Я на твине. Ладно, суманете, я пока сейчас сделаю все. Конечно, найти. Фигли, сделай свою рацию. Буксола есть, если тебе надо. Бону сейчас пока никак, в ОС уже посмотришь. Вообще у тебя должен просто вылетать окошко с разролом. Ты нажимаешь, если эта вещь тебе нужна на main spec, нажимаешь надпись main spec. А если тебе нужна на off spec, нажимаешь кнопку off spec. Остальные кнопки, в принципе, тебя не интересуют. Кстати, этот разроль сразу. И это, иди на представь себе, что ты ждешь. Да я только пришел сейчас. Так, давай ты сейчас тогда. Че, так, уже боты, ну боты уже не сразу тогда. А че, догу не надо? А дог тебе надо? Или... Ну, конечно, надо. Ну, роль тебе тогда, блин. Че у вас там? Ну, вы хотите именно на с нуля пойти? Нет, блин. На ласта пойдем, не пережа, на ласта. Да. Не, ну мало ли, просто у меня есть КД, и вам было бы так удобнее. С нуля. Найс рофл, конечно, чё. Так, док. Ну, док забирает, получается, правильно? Или в смысле, ты смотри по ЕП, нет? Ну, док забирает по ЕП. А, ну раз док по ЕП забирает, окей. Следующие вещи давай тут. Бедный женёк. Хуйню ролите. Да выпадет еще. Пояс. Кожаный. Спирит МП5. Малыш, у тебя же майнсова, правильно? Малыш. Малыш. Он на все как на мейн ролит, я вообще запутался. Нет, почему? У меня мейн дерево. А сову я одеваю этот. Смотрим, заметки. Малыш без тыш. Где ты тут у нас? Сова. Сова. Че, у тебя майнсова. Подожди. Обман такой. Погоди, а где ты прочитал? В заметках у тебя сова написано. Сова, Эрдру. А первый пишется мейнспек? Конечно.
Да, подожди, надо изменить. Я тебе уже не сегодня, не на этом РТ. Не, на базары нет. Не, он уже в саде, все, он идет в саде. Ну сейчас вот я в это подземелье иду. А, ну ладно, туда, блядь, в хиле, сюда, в саде. Так, там Алиса, да? Алиса, ну и Алисе дам пояс. Хотя, подожди, где ты там док? Заебал. Так, сколько они там? Накс, да, эти уже. А Накс кто поведет? Ты, Макс или Саня? Все пойдем. Ну, в смысле, пойдем. Короче, есть смысл ждать или у вас этим составом пойдете? Я ну, не Саня знаю. Сказал, что не хочет, он тебе слот может уступить. Алиса, дай трейд мне, Алиса. Я тебе пояс дам. В Накс 25-ку сейчас по ситуации опять пересоберем. Чтобы люди проходки полутали. Ну и что? Там маг просил, которого я взял 211, чтобы сейчас слот на проходку. Сука, так я ненавижу роли, что за хуйню бан. Так, сапоги. Лата. Нахупала. Надо кому-нибудь попало. Ну, успех тоже не понял. Идем на бомбу. Ну, вообще синий, ему надо. Все, трейд кидай мне, забирай себе. И остался пояс тканевый. Ну, на этом, малыш, бесстыж, давай, твой шанс. Пояс тканевый, да? И папа срывает куш на барабане. Изумон еще принимает. Да, я, если честно, не знал, что, короче, в гильде пишется первое, это мейнспек, второй, блядь. Ну, точнил. Ну, сейчас все, я тебя поправил уже, не переживай. Так, кто там, подожди, вырубил? Малыш? Малыш вырубил? Ну, малыш. Давай трейд. Дизар первый раз с нами идет, да? Малыш, ты где, малыш? Почему тебя нет в рейде? А вот ты уже ходил? Почему я в рейде? Ну, пойди. Не, он в драконе по гости. Ты, блядь, в инсте. Я принимаю, мне что-то не присыл. Ну вот, я нажимаю принять, меня не кидает, в инсте. Ты тебя кдшка пояс? Нет. Я не ходил. Может, просто 25 человек уже в инсте. Подожди, подожди, я не могу. Так 25, у нас типа группа 25 человек. Как 25? Короче, на ему пояса дашь, я пошел на пристав. Да. Все там с ЕПГП все разобрали. Да, я все разобрал. Всем сюда разламывался. Все, танк ты тут. Карам плюс они. Док где? Ты. И малыш без ты, что сумон примешь, чешо? Он не может принять. Ну КТ, наверное. Ты в этот зайди. Что-то рыбу хаваю, бафа нету. Угу. Рыба багнутая какая-то. Карам, тут давай, гуляй в трэш. Малыш, без ты что, у тебя этот... У тебя когда... Подойди сюда, туда. Я тебе отдам. Обмен мне, да? Который мана есть у меня. Дай, трэш, сами пойдем. Секундочку, сейчас дам. Так, чё, там Алиса? А, у меня нету этого. Малыш, подожди, малыш, в сову прыгай, я буду в этом. Малыш не может зайти у него КД. А, ну, у меня просто... Одно место, если есть кто-то, с нами ВОС, плюс они тебе. Арчи. Сейчас, сейчас, стой, просто да возьми мага вот этого индуса, он просто мне в дискорде. Все, ну. Дай систе апакер. Че, мы этого гасим, нет? И этого, да. С друида лутера забери себе. Бери. Дракона или спирона гасим? Да-да-да, убиваем. Че вы поехали?
А зачем вы этого какать взяли, если индуса просили взять? Я сказал присанить, вот он присанул, его взяли. Где индус? Индус, принимай пачку. Индус, блин, ему диск не скинули еще. Чувак за него топил, капец, только что написал, вот, типа, в рейд. Я ему кидаю пати, он не принимает. Короче, значит, херс. Конечно, херс. У хочу какать есть салай? Мне интересно. Или он шестым хилом идет? По 4 сейчас. Маша же вы хотели хила. Ну, у нас прист появился. Малыш, ты стоишь? Малыш не идет пока. Никуда. А, блядь. Ох, малыш. Хочу какать идет. Я понял, что ты хочешь отойти, а кто идет-то? Какая толстая шутейка. О, маг принял, да. Малыш не спорил, когда не принял. Значит, малыш, что-то. Я могу. Че, кстати, с котом без изменений все? Забанил? Да, вчера с ним созванивался. Почему? Чуть не этого дрида моего, чтобы позвонить. Перекиньте это мага этого в Дискорд, он просит. А, он зашел. Так, такой же зашел, говорит. Даша, ты в Капристоре? Или ты где-то? Давай, иди в Каприста приди, я под это. Я просто скользится, в Каприста нет. У него нету гостей. Бля, может, а с инфы совпадает Дискорд, который в информации бить? Да. Ну я тогда хуй. Блять, давай ему сейчас. Ну жинка не ему, потому что я не знаю. Я уже ему там долгое писал. Время просроченное было, я не знаю сейчас работать или нет. Но многие люди жаловались, что просрочено. Линканите в гильду ему. Ух ты, ничего себе. Баеха нахуй. Красивая баеха нахапала. Че это нахапал? Синий щит на синего шамана. Один как, кстати, на аукционе стоит. А, кстати, зачем я... Зачем его на руки? Тут, короче, можно... Вот этих мобов скипнуть, короче, и к этим дракончикам вернуть. И так по этому краю, по левому, по лаве так пойти. А зачем это делать? Ну просто лишний трэш типа не бить. Все равно спускается, когда босс будет. Трэш будет, если ты, ну, босса спускает. Вот эти двое почему-то не спускаются. Я смотрел запись Тернолов, они типа бегали вот три двоих. Похуй. Да ты чё? Чем я фигней занимаюсь? У них они, блядь, они вот так пробежали просто и скипнули. Чисто Сирус, но сильно настроенный сервер. Где туда? Дайте этот шкаф еще сейчас. Шкафчик для суммонинга.
Ласочки там. Все, я его перекинул. Индус. Сделал. Чудеса. Чинитесь там, маунстеры. Или самому лететь? Тебя же саманули, не? Нет, все время стою и не покажу. Черт. Ты бы уже сам долетел, чел. У тебя КД. Да, кстати. Ладно, я чуть-чуть. Ладно, тебе руки. Ну, на Накс пойду, пока тогда тут посижу. Как люди КД ловят, неинтересно. Наоборот, написано. Сделай иначе. Индуса в скобочках, Серега. Ладно, короче. Группа себе добавит. Кто танчит у нас? Вар и... Кара... Кто? Ну, Финли, давай ты испекайся. Ты же хотя бы продемонстрируй на танк. Давай, Финли. Финли на боссе. Вар на маленьких драконах. Сейчас посмотрим на его танк, секунду. Вот тебе квадратик, Финли, будет меточку. Вот мой, ты вот мой танк, ребята. Только власть льда еще включи. Так, что-то я не понял. Ты типа с двумя одноручками танчишь? Да. Ну это. Без тасаря, но ну, не вот, в принципе, на босса хватит. Погнать. Давайте, поехали, Финли, пуляй. Ставь босса в квадрат. Мы забегаем все за босса. Окей. Готов? Давай, давай, пуляй. Убедительная просьба, блять, вон мне дать. С хвоста. Босс-то лови, карам. Набудь что ли? Верни. Сверни, беди его, господи. Алиса, Алиса, дога подними, Алиса. Иди босса дальше назад. Вы сорвали. На пульте в карам. Карам, блин. Ты танчишь только дракона. Остальное все пофигу тебе. Дальше отводи. Сартариона поставь к нам не, не блять, хвостом, а вот так вот, да, разверни, как вначале ставим. Да я в рост подальше идет. Геру дайте, пожалуйста, чего вы ждете? Трэш залейте под боссом. Все уе дайте. Прожмись, карам, пока я отведи все подальше уже. Отведи еще, отводи прям на самый край, ставь в воде. А смог блин. Имер по ШВД, да? Стенки аккуратно, лужи там спит, черный аккуратно. Космополит Берженька. Шадрона добиваем. Трэш сразу. А, меня убило? Танк убило. Танк, забери босса. Забери босса. Там портал есть еще. А, в портал зайти. А, ну все, ложитесь. По дыханию убил чуть-чуть.
Блять, прожаться не можешь? Все нормально. Там все залетела атака и дыхание одновременно. Ну, дыхание прожимки у тебя не было? Что? Да. Вообще ни крови, ну, ни дыхания. Кончили. Сейчас не сработает кровь, но он в неуязвимости. Упали там, я так понимаю, там уже моба били, блядь. Карам, ты понял, что нужно хватать драконов и отводить их подальше? Убирали их. Три раза. Типа в самом начале двое улетело просто так. Потому что танк не поймал. В самом начале только. Карам вдолго нахулил. Фига, вы долго напуливали. Не, я просто не до конца вкуриваю, зачем так делать. Ладно. Да, странно, что-то он долго напулил зачем-то. Может, он ему не нравится. Рыбу кушаем быстренько. О, Андрюха пришел, привет. Привет. Как вчера сходили. В наториуме, блин, у нас не хватает заряженности. Ну, типа, если честно, сирусовские админы молодцы. Чек на готовность. Дайте локу карту. Подождите, блядь. А чё у нас маг в агримаре, блядь? Что за хуйня маг? У него КД. Покойся. У меня КД, может им кинуть, набрать кого-нибудь. Всё, молчи. Понял, понял. Нихуя, оказывается, нет КД. А, всё, это баг, блядь. Гуляй. Дадите каску локу, чё нет? Бону. Бону, твоя задача персональная, не проебать двух танков, все, блядь, пожалуйста. Сиди на таком танках. Каску еще по локу, да? Рейд мы сами будем поднимать. Караму тоже каску дайте. Тенеброн, хватай. Молодец. Слушай выход. Танку каску подайте. Повару каску, пожалуйста, Бону. Смещаемся. Что такое было? Этот не успел отойти, что ли? Ты можешь на другую сторону. Хватай шадрона, шадрона хватай, хватай шадрона. Поехали. Сначала трэш, потом шадрон. Фингри, твою мать. Да, мать. А что за оглушение, какой как интересно молодой? Это от хвоста. Финли, переведи, вот как шадрон стоит, так же поставь дракона. На другую сторону, перебеги с ним, ты хвостом в рейд хочешь, ну или вот так уже стоит. Поворачиваемся. Фирал, по ДЦИ направишь, что вот это? Я поставил только. Давай, иди. Вар, пошли в портал. Вар, давай в портал. Хил срез там, го с нами. Иду. Разрезайте пока. Так, у кого у нас КД? У Космополита и у Алисы. Значит,
А других нет, значит, да. А, понимаю. Блять, ты как? ДК, у тебя вот на будущее, ты когда от стенки отбегаешь, ты отбегаешь в другую сторону, понял? Чтобы хвостом, блядь, он крутился не в нас. Понял это? ДК, или ты не понял? Я сейчас думаю. То есть я перебегаю через вашу сторону, чтобы он хвост... Ты, ну, логически подумай, да, вот да. Хвостом, типа, ну, легается, как лошадь, блядь. Ну, вот так я, короче, выгляжу. Да, чтобы босс да, хвостом да. В ту сторону смотрел. Окей, у меня нет опыта, я... Ну, ты, так ты, ну, перед пулом так и скажи, блядь, ну, типа, ребята, объясните. Чтобы, блядь, просто за такое, как бы, ГП дается, блядь, в нормальном количестве. Такую хуйню. Ты, как бы, не стесняйся, спрашивай. Ну, кто-то нам подскажет. Вот, да. Так и делаем. Ничего, сейчас научится, блядь, нормально тачить. Кот, дай мне имя, вот это. Когда я помню. Да зачем тебе сейчас, Свиндер? Че ты, чем ты занимаешься? Я просто пугадащит кидаю. Ну зачем? Только фиг проседает. А что мне делать, скажи? А Инра зачем просить? Чтобы я дальше кидающий покажу. Блядь. Как Саня отлетел. Это ДК. Срыв, алкоголь дел. Нижний бой. А, ну сам. Аминь. Щиток не накинул. Ну я же говорю, Инори, да? Да, все. Там стенка тут. Что-то долго вот. 33%. Топ DPS лежит, может быть. Кстати, вы что, и в четверг, и в пятницу 25-ки будете были? Что? И в четверг, и в пятницу в 25-ки будете были? Да. Трагили Торим. Это с комнатами, чувак, который с комнатой? Угу. Вообще так поворачивать не надо, потому что он лицом некоторых людей попадает и просто с дыханием сбивает. Так мы только что объяснили, что именно так надо делать. Так и надо, люди просто должны отбегать. Они должны стоять вот под его ножкой вот этой группы, ну так вот. Типа, чтобы и не типа под хвостом, блять, и не под ебалом. Да, ну, да, но все понимают. Ну только не все понимают, что надо уйти оттуда. Так это уже проблема не танка. Проблема не танка. Латы, блин. О, ебать, нормально. Две ткани, чё ты? Да, красивые два токена. Учится два токена на жреце. Хуй меня не плачь, да? Ну, походу. Ой, подожди, я дом, да, не выбьюсь? А нет, руби. А, снакс это такой же падает с ластами? Без дырки, без дырки. Без дырки, ну. А, без дырки. Тут с дырки. Так там вообще не тот. Он вообще падал, этот плащ? Один раз Гавайю отдал его. И Гавай на локи не играет, блин. Да-да-да, сука. Ирония, блин. Судьбы.
Так Снакс, там вообще дух крит, блять. А тут крит хаст, типа. Тут крит хаст топовый. С дыркой. Прям как с ИВК, блять. Как с РС-ки. Да, как с РС-ки. Бисовый плащ. Не, на самом деле, вот с ИВК гораздо как-то, блядь, более такой значимый, типа, плащ, чем с РС-ки. Его, типа, сложнее получить. А, ну да. Он типа еще падает, не знаю. Ну, нам на X3, кстати, ни разу не упал. Вот ни разу не было с подачного плаща. За все время, вот, сколько на X3 существует. Это который это, 50 попыток там, да? Ну да, да, за плотень. Бону, ты не пойдешь над руля. Зачем тебе над руля идти? Ты после этой проходки стал топовым хпалом? Тебе не нужны шмотки Снакс? Типы мутят, КД вешаешь, похуй, ебать. У тебя КД. У тебя КД на паладине, чё? Тогда до свидания, чувак. Странный тип вообще. Так может он просто прошел на этом КД? Гильдоту. Он не на этом КД. Нет, он уже 3 КД сидит, по-моему. А, или ну. Просто я видел, как этот чувак спамил, блядь, дайте Накс, блядь. Сейчас чел пишет Накс КД у меня, чел. Вот, я тебя не понимаю, блядь. Ну и баните ему ГП нахуй, то что он КД ловит до рейда, блядь. Зачем ГП? Для чего ГП? Чё, блядь? Нас так делали нахуй в иллюжинах. Да? Просто в рейде да. Его не будем брать, если он так будет поступать. В РЛ КД висит Накс? Да. Репать он не будет делать. Ты на пале пойдешь? Если надо, не хотелось бы. Народу нет. Если не будет, то пойду, да, нахуй. Заходи на своего друля, Бон. Это, конечно, будет интересно, да? Там место есть, Макс? Да, у меня просто ассиста нет, секунду. Че, лут раздадут? Секундочку, я тут шмотки да, раздаю. Не знаю, глянули бы, если там будут основы, нафига твинов тащить туда. Ну, конечно, если это не будет в убыток для прохождения. А, тут из основ, блядь, знаю, человек хотя бы, блядь, 5 есть, или 10. Все, там шмоточки раздал. Сейчас лидера санете.